Концертные номера, перекличка и пожелания «Пусть победит сильнейшее». В мечте стартовала спартакиада. Первый в программе «Пенербол». На площадку вышли по 5 представителей от каждого отряда. Девушкам по 14-15 лет. Соревнования в разгаре. Атмосфера накаляется, трибуны не смолкают. Команды сражаются за символические призы, грамоты и сладости. Самыми богатыми на эмоции события стали футбольные матчи. 5 команд по 9 человек определяли победителя. Игры проходили по круговой системе. На самом деле спортивные мероприятия у нас ребята посещают с великим удовольствием, потому что все-таки победу одержать хочется всем. Поэтому ребята с удовольствием идут на все возможные конкурсы, спортивные мероприятия. Группы поддержки проявили смекалку. Смастерили маракасы, засунули в бутылки шишки. Получилось громко и оригинально. Пошли и традиционные кричалки. Тут очень весело, я всегда завожу себе очень много друзей. Лагерь нравится, не первый раз здесь нахожусь. В этом году была на второй смене, мне очень понравилось. Приехала на третью, нашла очень много друзей. На заключительной смене в мечте отдыхает более 1500 детей. Точь-в-точь чемпионат по спортивным дисциплинам «Визит Коломы ищем таланты». Только часть из большого списка мероприятий. Завершится отдых 23 августа. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.